Так. Дима про суп не ест, я его... Ну, суп сегодня, ну ничего, вчера ел суп, да. Что папа нам купил? Что? Папа, расскажи, похвались. Короче, купил я вот эту кастрюлю, ребята, очень прикольная, прям продавалась целая. Супом, да? Да. Ну, кстати, Ром приготовил суп вчера, вкусный. Вкусный, хорошо получилось. Чечевицей там, со свининой, кстати, да, ну, картошкой. Так, свинина, кстати, короче, хорошо проварилась. Мы зашли вот сюда, вот сюда мы зашли, вот видите. А точнее, Рома зашел. Я лоханулся, я про палочки не спросил. Вот про спросил, палочки, сколько да. палочек, а я что тут тупанул, говорит, да не надо. В смысле не надо, как типа нам, с собой. Как без палочек-то, ну и что? И тут, короче, как называется, покажи. А я не знаю, где бумажка. Да то, что пакет тут держал, сейчас я дам бумажку. Нет, покажу. Бумажка, это, короче, суши-сет у нас тут. Классно, да? А, ай, зайка, прости, об ногу ударил. Да, и там это тоже тебе кофе. Мы, кстати, еще в магазин зашли, и там продуктов понакупали. Вот. Это да. Суши с доставкой блюд японской кухни. Вот такое вот. Нифига себе суп. Да, папа тут прям накупил, порадовал. Там все. Ну как нет, вот там дофига все там стоит, там их много. Они положили всякие. Не, это Дима ест, он ест. Так что. Так. Это все, по-моему, это не все. И тут, короче говоря, подписано. Показали. Да, папа. Короче, все это чудо мне обошлось 1230 рублей. Нифига себе, это так выгодно. Это вообще очень... Давай. Где-то 5000. Короче, смотрите. Вот есть, это единственный соевый соус, который вкусный. Потому что мне вот эти не нравятся, все соевые соусы в этих штуках. Короче, тут все подписано. Значит, слушай, подожди. А где еще там дофига вот этих вот? Я тут знаю. Там они все лежат. А, тут да, 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 давай доставай. Бери, это я обожаю вообще. Да, необычный стиль, согласна. Все так, один соус. Нет, соус не один. В холодильник так, завис там. Короче, смотри. Да, давай, говори. Сейчас, Дима, что? Я взял... А я не помню, какой взял. Удивительно. Нет, я взял сет Москва. Я вот этот взял. А-а-а. Здесь Калифорния, Филадельфия. А где это 1000? Острая в 900. Получается. Да. И два вот таких я взял. Каких? Вот. Два таких с лососем. Ну, блин, интересно. Вот, а вот что мои. К чему? Тут понятно, с крабом какой-то. Что-то с крабом. Давай взглянем. С крабом? Крученый острый с крабом. Как выглядит классно. Черный, кстати. А тут не видно, что он черный. Вообще их надо просто, наверное, сильно пополам. Аляска с креветкой, запеченный. Давай три тарелки будем распределять сейчас по тарелочкам. Вот, блин, с палками там. А зачем? Мы сейчас просто из контейнеров переложим кому-то в один контейнер, кому-то во второй, кому-то в третий. Да мы сейчас все просто поделимся и все. Зачем? Контейнер это неудобно. Лучше на тарелке. Давай открывай, показывай, лосось. На камеру показывай. Запечатан. О, вау, такие клевые. Вот эти вообще. Штуки надо, кстати, оставить. Конечно. Вот эти штуки подожди, мне нужны. Пусть они пока будут, чтобы было видно, что вот к чему. Давай, открывай дальше. Вот эти штуки мне нужны для коробок. Вообще красота, да. Аляска с креветкой. Ну-ка, ну вот аляска так попроще выглядит, но нам не кажется, это вкусно. Филе осетра в икре. Какой осетр? Ты чё? Это а что? А, острая. Острая. А что ты острого-то набрал? А я знал, что она это острая. Не ты, это же этот, как бы комбо. Да не закрывай ты их. Я просто хочу понимать, что к чему. Чтобы... Калифорния. О, моя любимая, мням-ням. Ну, она такая, у тебя знаешь... не Калифорния, по-моему, любимая, а Филадельфия. А, ну да, Филадельфия. Ну, Калифорния тоже нравится. Вот это а, моё. А что, это где моё. Та? Подожди, а где та Филадельфия? Ты сказал, Филадельфию взял. Ну, вот она. Острая в икре. А почему ты мне Филадельфию острую взял? Ну я же не люблю острую. Вот, ну, я не стал отдельно брать, давай. Я думал потом. Вот, а, и вот малышечки. Угу. Нет, а ты с Димой не поделишься? Малышечками, ну могу. Ты хочешь вот это? Ну, ну поделись с Димой. Мне-то ладно, мне пофиг, мне не нужно. Можно ну давайте разделять. Согласен. Давайте разделять. Блин, классно. Давайте. Димон, ты будешь чем есть? Вилкой? Нет, руками. Да? А. Ой, вот тут смотри, испачкалась. Так, зай, ну, у меня руки чистые абсолютно, поэтому я буду тогда накладывать, хорошо? Да, руками буду, наверное, тогда, да? А, Дима, ты сам набирай, что, я себе беру, ты себе. Ну, набирай. Поровну тебе все. Ну, поровну, ну, ты себе бери каждому, поскольку я не знаю. Просто берем, так, это тебе. Ну, отложи, Димохе, пару штук. Вот
сейчас будем. А, слушайте, вот эти прям. Ой, я прям одну хочу попробовать. Их много. Они мелкие, видишь? Да не такие. А, эти-то, которые ты взял. Ну да, эти мелкие. Это вообще крохотные. Это оставить пока. Нам понадобится. Так, а что? Кому-то, короче, по три чего-то достается, кому-то. Димон, любишь острое, бери еще. Зай, да зачем? Мы с этими штуками пойдем. Ты Димону просто переложи все, что он будет. И он отдельно, мы же отдельно сейчас пойдем есть. А тоже Димон, верно. Пускай все забирает. Да, ты бери. Не, ну тогда мы не поймем, кому что сколько осталось, Ром. Почему? Да так нормально. Как-то визуально ясно. В любом случае мы объедимся. Бери еще вот это. Это точно. Ну, это острое, аккуратней. Ну, а Дима любит острое. Ну, я да, конечно, да. Ну, это, соответственно, все мое тогда остальное, потому что вот это твое. В смысле твое? Ну, потому что острое, Зай. А я острое буду. Да? Я хочу попробовать, как минимум. А что вы все розовые разобрали? Я тебе розовую на это положила, это твоя тарелка. Давай по тарелкам разложим, мне так комфортнее. Давай, чем будем? Возьми, просто это отсюда есть так не очень. Ты себе тоже набирай. Ладно, пока. Сколько ты себе взял вот эти две? Это, кстати, тоже острое, по-моему, как я помню. Так. Ну вот, вот еще эту. Да. Да. Ну хватит. Три, ну в среднем по три где-то. Ну, три. Так. Нет, две. Раз, каких-то два, там, два, каких-то три, две, пять, получается, шесть, семь, каких-то восемь. Три. Восемь на три таких, не делится. Три хочешь, да? Три, две, да. Мне без разницы, это, можно я вот это тоже возьму? Ну ладно, еда тоже. А это тебе? Ну все, все. А это тебе, я съем только одну отсюда, а вот эти все тебе. Давай, так что это пошел. Выгодно. Давай, Димон. Да, ну все, это приятно. Да, приятного аппетита, соусы Димон. Возьми. Да, возьми что-нибудь. Вот так вот сейчас мы их. Да. А потом их выкинем. Точно, да. А эти так. Штуки я отдельно потом возьму, угу. Они мне понадобятся. Угу. Ладно. Подожди, а вот этих что-то ничего не. А, ну это папе, потому что еще. Ну и что, тогда мы не будем остальное. То есть от тебя тарелка получается, что не нужна вовсе, Ром. Не, ну она нужна. Но она нужна все равно. Так, ты как-то знаешь, попонятнее все-таки. И в этих штуках удобно. Единственное, что пришлось, короче, долго ждать, да? Спасибо. Пожалуйста. Короче, час они делались. Мне сказать 20 минут. Угу. Меня снимай, я как бы главный герой. Угу. Блин, это выкидывать. Ну, 20 минут. Так их помыть же можно. Сказали, я этим буду посылки прокладывать. Ну ладно, сверху, ну ты говори, рассказывай уже, а то у меня камера вон. Короче, сказали 20 минут. Господи. Короче, 16:20 я заказал. Мне надо было прийти в 16:40. Я пришел в 16:55, а они сказали еще 5 минут. Это сколько в итоге? Час прям, да? 45 минут где-то. 40-45. Попятчики. Не, погоди, а если я тогда себе... Я не знаю. Зай, а у меня что-то, пойдем, да. Да-да, это тебе, это я себе еще возьму. Ты же сказал, что ты... Я не понял, что ты мне это взял? А, ты мне вот тоже взял острое, говоришь, и ты есть это не будешь. В итоге, ты же сказал, пойдем туда, там попробуем, Зай. Моя любимая. Пошли, все. Так, пакеты пока отложу. Да. Вот это безумно вкусно. Блин, у них так круто. Да? Угу. Намного вкуснее империи. Империя вообще опустилась, я вообще смотрю. Класс. Короче, империя пицца, ребята, это фигня стала. Полная фигня. Они пиццу испортили. Блин, как это вкусно. Слушай, у них нормальные, но я не с, я с этим не сравниваю. Я как бы кроме империи больше нигде не ел. Вообще класс. Что ты делаешь-то? Я сюда переложу пока. Зачем? Ну, чтобы я у нас контейнер открыть. Один был. Но если мы тарелки, я возьму еще контейнер. Ры. Да, вот апельсинчик поменял. Это безумно вкусно, прям я бы тоже руками ела даже. Такие они, вау. Васаби там свои бери. Ром, это круто, просто круто. Я не васаби, я имбирь люблю. Васаби ты тоже любишь, да? Ну, васаби тоже, но имбирь больше. Вот. Что, можно говорить уже? Короче, я на Новый год взял бутылку Ягера. А Лена идет и говорит, ой, что-то так хочется, так хочется. Да, к сушам будет так классно. А я, короче, думаю, ладно, ладно, откроем. Нихнули? Ой, ням-ням. Ням-ням. Так, как с Михалычем тогда этим ягером уягерились на голову, на желудок. Потом пальцы, пальцы проращивай новые. Вот я думаю, да, еще так. Ребят, мы будем сейчас смотреть 13 этаж, к слову говоря. И вот какая у нас здесь романтика. Это чтобы еще в комнате. Ну, во-первых, романтика, а во-вторых, посветлее, чтобы еще чуть-чуть было. Вот. Ну ладно, погнали смотреть.
А, вот. Came unfocused, I want to fly.